Начало зимы в Заполярье не обходится без скачка вирусных заболеваний. Минздрав региона призывает изживать эту неблагоприятную тенденцию и прививаться от гриппа. В прошлом году вакцинацию прошли 25% населения. В этом году, по предположениям специалистов, желающих будет больше. Вопросу посвящено заседание специальной комиссии. В ее состав вошли главы Минздрава, муниципальных образований и управления Роспотребнадзора. Руководители обсудили готовность ведомств, образовательных и медицинских учреждений к предстоящему эпидсезону. Вакцинация от гриппа в регионе началась еще летом. Помимо медкабинетов в поликлиниках, сделать прививку можно было в специальных автобусах на улицах Мурманска. Более 200 тысяч доз препарата поступило в медучреждения региона. Под присмотром врача прививают даже будущих мам. Глава областного Минздрава уверяет, что вакцина безопасна. Случаев осложнений на территории Заполярья не наблюдалось. Ведется работа с образовательными учреждениями. Отсутствие штампа вакцинации в медкарте, например, юного спортсмена, может стать причиной отказа участвовать в соревнованиях. По прогнозу наших эпидемиологов Российской Федерации, мы ожидаем подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом где-то в конце января, начале февраля. Поэтому та прививочная работа, которая у нас продолжалась, она у нас в ноябре продолжаться будет. Я думаю, что мы, может, не 18, но до конца ноября все вакцины, которые у нас есть, мы все реализуем.